стена, скала. Нас много. Это нормально для морал, да? Нет, просто сказали ордер, я так думал, что девушки могут.
Давай, судья, только осталось. Oh!
Какой там счет был? Ну, 14-0. 14-1. А ты еще остаешься или нет? Конечно, я еще раз начну. Остановилась с кем? Вон, 27-й номер тут восстановил, который я говорил. 27-й номер восстановил этот, который я говорил. А, я понял тебя. Вот этот, с мячом сейчас отсюда. Что? Вот, который с красным лицом, который я говорил. Так о я ему тоже говорил. Да, это этот товарищ. Я его не трогал. Раз упал, понял. Лежит такой и говорит, выноси меня из поля. Выноси меня из поля. Понял? Судья говорит. У меня травма, вынеси меня за поле. Что ты хаваешь? ПП-2. ПП-2. У меня, знаешь, самых лучших 4 дня выдалось в жизни. Я могу себе позволить поесть, что вредно. Самых лучших это каких? С телеграммом? Это что? А кто выигрывает? Давай! По-моему, те, кто слева. А так обе команды много голов забили? Нет. Только в эти ворота забивают? Я эти забиваю, да, в основном. И в основном Петрина. Участвую в происходящем. Вадим, а какой это счет? 7-0? Кирилл, вы что, летите 7-0? Ты серьезно? Кирилл, скажи, что бывает деньги.
Много ноль. Команда что-то торта вообще спит вторая. Да вообще. Вон два чемпиона Англии бегают. Спящих. Нет, может это солнце сильное, не знаю, как у тебя на той половине. Час надо. На этой половине. Солнце сильно шкварит. Солнце сильно шкварит. Это этот полевой стилист, типа лак для волос, прически, бацают игрока. Похоже, да. А память была еще, окей? Сейчас начинай. Посмотрим. Опа. Еще. Я пойду. Еще один забит. Знаешь, как фото-видеосъемка есть, значит получается еще и стилист, и визажист. За доплату. Команда может нанять. Старичок, прекращай вот это. Уже неприлично как-то. Девушки все.